Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Как всегда, вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Таких роликов, наверное, много в интернете, но я повторюсь, для рыбаков, чтобы у вас были деньги в кармане, я вас научу, как пользоваться кредитной картой Тинькофф Платинум. Пришла очередная кредитка от банка Тинькофф. Чтобы ваши кровные не исчезали с кармана, с этой картой надо поступать вот так. Можно вырезать с нее вот такую штучку. И только так надо использовать кредитные карты Тинькофф Платинум. И тогда вы останетесь при своих кровных. И не залезете в долг.